Благодарю, доктор. Джонсон, подойди ближе. Знаешь ли ты, Джонсон, что по книге Перов история моей семьи самая древняя в королевстве? Мы участвовали в битвах при Кресе, Босворте, при Азинкуре. Унаследовав графство, я был самым богатым из людей, когда-либо дышавших воздухом Англии. А последний вздох испускать будет беднейший. Никогда не влиял на законы и политику Англии. Не поднял меча ни в одной из великих битв. Слова. Только слова станут моим единственным наследством. Лишь ты, смотря мои пьесы, знал, что они мои. Слушая аплодисменты, одобрительные возгласы публики, я сознавал, что чествуют другого человека. И в этой какофонии звуков я ловил хлопки лишь двух ладоней. Твоих. Но так ни разу их и не услышал. Ты никогда не говорил мне. Ни разу не сказал мне, что ты думаешь о моей работе. Я признаюсь, что ваши слова – это самое удивительное, что когда-либо звучало на нашей сцене, на любой сцене, во все времена. Вы – душа нашего века. Пообещай мне, Джонсон. Пообещай, что не выдашь нашу тайну, не разоблачишь Шекспира. Милорд. Это написано на лице. Он зрит тебя. А как же иначе? Но это не твоя ножа. А моя. Все мои сочинения, мои пьесы, мои сонеты. Сохрани, убереги от моей семьи, от Сесилов. Выжди время, а потом опубликуй. Милорд, я недостоин вашего доверия. Я предал вас. Я донес им о вашем... Делом всей моей жизни стало познание человеческой натуры. Я знаю тебя, Джонсон. Ты мог предать меня, но ты не способен предать мои пьесы. Что это такое? Это все мне. Миледи, ваш супруг был столь... Убирайся! Ты, твои друзья, твой богохульный театр навлекли только позор и разорение на нашу семью. Позор? Разорение? Миледи, вас, вашу семью и меня... И саму королеву Елизавету будут помнить потому лишь, что мы имели честь жить в то время, когда ваш муж водил пером по бумаге.